Здравствуйте, с вами Android. Android сегодня хотел рассказать о очень интересной игре, которая называется Frontier Heroes. Она представляет из себя сборник игр, которые нам придется проходить. И эти игры происходят в разных эпохах. Во-первых, вот в Америке, колонии, они будут постепенно открываться. То есть, чем лучше мы будем проходить, тем быстрее они будут открываться. Ну, давайте выберем Америку, потому что только у меня открыты. И тут, например, 5 мини-игр. Игры некоторые простые, некоторые очень сложные. В данной игре нам нужно попасть ровно в цель, в мишень. То есть сейчас будет у нас ходить туда-сюда, и нам нужно попасть топором. Отлично, с первого раза я попадаю. То есть у нас есть одна попытка. Вот, и в зависимости от того, как мы попадаем, нам дает определенное количество звездочек. Чем больше звездочек мы с вами заработаем, чем больше шансов, что у нас следующий уровень открывается. Вот эта первая миссия очень сложная для меня, по крайней мере. Ну, как вы видите, очень тяжело среагировать. Но остальные игры не такие уже сложные. Вот, допустим, вот эта игра. Нам нужно попасть в цель из лука. Мы вот так направляем и стреляем. У нас здесь три мишени, в которые мы можем попадать. При попадании в определенную мишень дает определенное количество очков. То есть, например, дальний там где-то какой-то там дынь или что-то, в нее очень сложно попасть. Вот, она дает больше всего очков. Давайте остальные посмотрим, какие тут еще есть игры, мини-игры. Дальше нужно вызвать какого-то духа. Для этого барабаним по барабану. А в такт-то вот, значит, будут проходить вот эти вот кругляшки, и надо вовремя нажимать. Чем удачнее мы нажимаем, тем быстрее вызовется этот дух. Ну, тоже, видите, не так уж легко это делать. Так, мы с вами барабаним. Если мы не ошибаемся, то дух появляется гораздо быстрее, чем если бы мы промазывали с вами. Но пока у меня все удачно складывается. Промахнулся. Так. О, не получается у меня. Так. Давайте, давайте. Тут хорошо, что... время не идет, конечно, но... я запорол. Так, следующая миссия у нас, следующий уровень. Надо разжечь огонь за определенное количество времени. Надо вот так вот свайпами быстренько разжигать огонь. То есть мы свайпом вправо-влево, у нас... огонь загорается. Все, мы выполнили нашу миссию. Мы прошли максимум возможно. И последняя мини-игра, которая тут есть. Нам нужно очистить кукурузу и растолочь ее. Чем больше мы кукурузу растолочим, тем лучше для нас. Вот так мы с вами тапаем на экран. И надо все вот эти вот семечки убрать, чтобы они упали в миску, в которой мы сможем растолочить эти. Так, а теперь мы, когда они падают, надо вот так вот свайпами дергать, чтобы у нас как можно быстрее столкнулись наши вот эти семена. Прикольная очень игра, интересная и достаточно сложная. Нравится, обязательно данную игру советую сыграть. С вами был Android Androidovich. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.